счастье не за горами. Да, вы не ошиблись. Мы команда из Перми. Пермь – это город-миллионник с 300-летней историей. Пермь вытянута вдоль Камы на 65 километров и по занимаемой площади является 4-м городом России. Перми присвоено звание «Город трудовой доблести». Это наш любимый лицей номер 4 города Перми. А это я, учитель начальных классов Субботина Наталья Алексеевна. Свой проект мы с ребятами посвящаем 300-летию родного города. Мое педагогическое кредо – всегда быть рядом со своими учениками. А в свободное время путешествую по России и пишу стихи. Привет, меня зовут Ощепкова Ксения. Мне 10 лет. И горжусь тем, что учусь в лицее и получаю огромное количество знаний. Я принимаю активное участие в различных конкурсах, фестивалях, турнирах. Моим самым большим увлечением является спорт. Я занимаюсь художественной гимнастикой и имею первый взрослый разряд. Меня зовут Леон Зеленчиков, мне 9 лет, я с 3 лет занимаюсь хоккеем. Я принимаю участие во всероссийских турнирах по хоккею. Я люблю побежать не только в спорте, но и в жизни. Мне нравится учиться в нашем лицее. Мой любимый предмет – математика. Я веду активный образ жизни. В этом году я получил золотой значок ГТО. Привет, меня зовут Чунжина Маргарита, мне 10 лет. Обожаю веселье и своих друзей. Изучаю английский язык и люблю путешествовать. Занимаюсь современными танцами и читаю стихи наизусть. Принимаю участие в разных конкурсах и получаю от этого яркие незабываемые впечатления.